Привет, я Денис Тензик, и сегодня будет презентация вечного двигателя. Земной вечный двигатель. Всем привет, друзья, с вами канал Рафаэль Анриал. Сегодня, друзья, мы посмотрим презентацию вечного двигателя, или земной двигатель. Магнитный генератор на 25 кВт. Но данная модель, она не на 25 кВт, это просто стендовый образец. Тренинг центр в Скоттсдейл, Аризона. I'm going to take a few minutes to show you some of the features of Model 30. Он сделан полностью прозрачный. И сейчас мы будем смотреть видео, как делают презентацию этого вечного двигателя, а также рассказывают некоторые подробности. Друзья, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и распространяйте видео, чтобы запретные технологии знали все. Поехали! 2000 pounds in each flywheel. These particular flywheels have their magnetic fields. Привет, я Денис Тензик, директор инженерной науки. И здесь индуктивная энергетическая корпорация. Добро пожаловать в наш национальный учебный центр, здесь, в Скоттсдейл, Аризона, где мы на 100% выставляем онлайн с нашим лабораторным прозрачным генератором. Позади меня. Позади меня отдельная лабораторная комната с генератором «Кристалл». У нас отличный день, чтобы показать вам, что мы делаем сейчас онлайн. Чтобы вы могли видеть, как мы запускаем, но мы здесь для того, чтобы вам дать первую серию из 4 презентационных роликов по магнитным двигателям. И некоторые основы, как это работает. И в основном ответить на некоторые вопросы, которые мы видели в интернете, а также вопросы, которые вы задавали у нас в учебном центре, где мы проводим туры почти каждый день. Что вы видите позади меня, это отдельное лабораторное пространство. Вы можете увидеть, что там находится кристалл, БТГ-генератор. Так что сейчас я собираюсь идти туда, в лабораторную комнату, а потом мы выйдем и начнем делать некоторые демонстрации того, как мы начинаем запускать двигатель и некоторые его характеристики. Каркас этого прозрачного генератора сделан на 100% из акрила, весом 662 фунта, 300 кг, которым управляет вот этот вот привод магнитного поля. И я собираюсь показать вам, как это работает, все детали его работы. Вот это у нас генератор. Расскажу, что могу, про каждый сегмент, но есть главные тайны, которые я не смогу вам раскрыть. Потребовалось десятилетие, чтобы развить эту технологию. Технология появилась в 2009 году, и мы начали строить в 2010 реальные физические модели. Так как вы можете себе представить, сколько у нас было потрачено времени и сил, инвестиций в магнитные двигатели. И, конечно, мы не можем всего раскрывать, но мы здесь, чтобы представить его. Мы хотим показать вам, что это может работать. То, что не должно работать, работает. Чтобы было понимание и продвигалось лучше. Понимание того, что мы устанавливаем все больше и больше коммерческих БТГ-генераторов на торговой площадке электрических услуг. Давайте вернемся в контрольную комнату. Так, это комната управления, и здесь довольно тесно. Это панель управления генератором «Кристалл», в которой я собираюсь вам указать на некоторые различные особенности и замеры. Здесь все достаточно легко понять. Это наш ваттметр, измеритель мощности, который отображает наше напряжение, силу тока, которая мгновенно используется приводом. Это наш верхний тахометр для генератора, а нижний тахометр для кристального маховика. Последний измеритель показывает, что выходит из генератора. 5,3 вольта идет на контроллер заряда батареи. И сегодня вы увидите последовательно, как устроена экосистема энергосбережения, которая принимает заботу о каждом отдельном здании или человеке или доме. Теперь давайте вернемся к кристаллу. Представляю вам Винса Мелли, инженера по электричеству. Он будет следить за генератором. Дальше они долго-долго объясняют, как примерно это работает на уровне простой электроники, что аккумулятор подключен к контроллеру и тому подобное.
Полную ссылку на видео я оставлю в описании, сможете с титрами поставить русский язык и перевести, посмотреть более подробно. Ну а в видео, ребята, что могу вам сказать, то что далее они будут его запускать, показывать, что электромотор, вот эта крутилка, будет действовать как примерно как рычаг, и мотор начнет двигаться, то есть сам генератор кристалл в прямом эфире. То есть тут они просто показывали, как все примерно устроено, ну ясное дело, что секрет они раскрывать не будут. И еще один момент, где они показывают, что ни один элемент с барабаном не соединен, только генератор с помощью магнитной передачи соединен. Потом вот эта сама крутилка, которая отталкивает такой рычаг, он тоже будут показывать, что он не соединен, то есть только магнитным полем. Потом еще какие нюансы будут показывать, то что там все контролируется на уровне железа, то есть обороты, да, чтобы больше оборотов не делалось, иначе все развалится. Так, друзья, пока у них звук off, в общем, показываю, что идет трансляция сейчас на их сайте, то есть там, где двигатель вот этот сам магнитный, да, и показывается трансляция на сайте, то есть как и говорилось, что 30 числа будет презентация. В общем, на фоне вот мы видим, презентация идет. А вторым окном я, собственно, открыл как раз-таки онлайн-стрим. То есть вот он, пожалуйста. Тут как раз-таки рассказывается. Вот. То есть не какая-то не гифка. Это еще раз подтверждение тем, кто не верил, что на сайте стоит зацикленное видео, где этот генератор просто в комнате крутится, да, как бы гифка. Но это ни хрена не так. Также, ребята, не забывайте подкидывать мне интересные видео или какие-то эффекты, которые вы, возможно, замечали. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся. Пока-пока!